Уважаемый господин председатель, дорогой друг, добро пожаловать в Россию, в Москву. 尊敬的习近平主席，亲爱的朋友，欢迎您来到俄罗斯。 Рад возможности уже лично поздравить вас с переизбранием на пост главы китайского государства. 我很高兴有机会再次并且面对面的祝贺您再次当选中华人民共和国主席。 Это стало возможным благодаря тому, что китайский народ и его представители по достоинству оценили вашу работу за предыдущие десятилетия. За последние годы Китай сделал колоссальный рывок вперед в своем развитии. 最近这些年来，中国在这个发展中取得了非常令人注目的成绩。 Во всем мире это вызывает неподдельный интерес, и мы даже немножко вам завидуем. 我们甚至有点羡慕你们。 В Китае создано 大部分的国际迫切的问题上。 Мы внимательно ознакомились с вашими предложениями по урегулированию острого кризиса на Украине. 和平解决乌克兰问题的立场文件。 Конечно, у нас будет возможность обсудить этот вопрос. 当然，今天我们正好有这个机会讨论这些事务。 Знаем, что вы исходите из принципов справедливости и соблюдения основополагающих положений международного права, неделимой безопасности для всех сторон. 分割原则。 Вы также в курсе, что мы всегда открыты для переговорного процесса. 对谈判进程一直敞开这个大门。 Обсудим, безусловно, все эти вопросы, в том числе и ваши инициативы. 所部署的重要的国家发展目标。 尊敬的普京总统，我也称你为我亲爱的朋友。 高兴能够应你之约，再一次访问俄罗斯，并且是在我连任国家主席之后的首访国家。我也知道呢，明年贵国呢将进行总统选举，在总统先生的 坚强领导下，俄罗斯繁荣发展取得了长足的进步。我坚信俄罗斯人民一定会继续予以总统先生坚定的支持。Спасибо. Спасибо. Спасибо.